Давай попробуем. Начинать? Да. Я Надей Дмитрий, ученик 6 класса Эльдиканской школы. Тема моего проекта «Русские горки. Наши забавы и помощники». Чем меня заинтересовало тем, что в нашем поселке возле Дома творчества «Радуга» появился целый комплекс детских горок. В поселке есть еще 2 игровых комплекса, есть где проводить свободное время, но дети часами играют в телефонах и планшетах. Предположим, что горки создают условия для формирования здорового образа жизни. Горка – это сражение с гладким наклонным спуском, чтобы скатываться вниз, и лесенка, которая позволяет подниматься наверх. Спускаясь с горки, дети скользят, напрягаются мышцы всего тела. Ребенок 6-8 лет катается на ногах и съезжает с длинных горок. Бегучий климат суров, времени на катание с горок мало. В Эльдикане можно кататься со снежных горок. Горка рядом с улицей Комсомольской. Также есть снежная горка возле Дома творчества «Радуга». Есть и деревянная горка, первая изготовлена в 2008 году. Также есть новая горка, которая была построена в 2020 году на улице Алданская. Есть игровой комплекс по улице Чкалова, улице Рабочая. В 2015 году в центре поселка есть игровой комплекс «Волшебный остров». Его полная стоимость 1 338 833 рубля. Это 2700 килограмм конфет по цене 500 рублей за килограмм. Это почти трехтонный контейнер. В 2017 году площадку бетонировали. В 2018 году покрыли резиновой крошкой. Первый я сделал макет ледяной горки из пенопласта. Потом деревянную горку из ДВП. Мы с семьей сделали снежную горку рядом с моим домом. Учитель физкультуры Барнашова Лена Ивановна рассказала, что при катании с горки качаются ноги и пресс, тренируются сердечные мышцы и легкие, укрепляется организм в целом. В интернете есть игры катания с горок, но они портят зрение, атрофируются мышца. Гипотеза подтвердилась. Катание на горках помогает формировать здоровый образ жизни. Составлено описание зимних и летних горок в поселке Эльдикан. Создана презентация «Русские горки», представлена модель горок. Хочется верить в то, что ребята задумаются о своем здоровье и будут проводить свободное время на свежем воздухе, катаясь на горках всей семьей или с друзьями.